şaşırıp künin aydara, şelbirip köktü bayrağı, birliği halıktın jarasqa, şasasın yelim Kazakstan. Yelinin ürün yerleri, hırgesin yerlik ben halasqa, ımtımak bereke bastawa, şasa otanım Kazakstan. Yelim yen seni, süyem men seni, ken baytak şerim Kazakstan. Sen üşün seni şau almaz, bizi urpağın barında. Ata babamın kaldırgan baramanadı şadında. Şını bop marjan tavlarda, gülü bop başa bağlarda. Akul göstü külümde, tövilsiz Kazak şerinde. Sen üşün şanım, kurban otanım, tuğan yelim Kazakstan. Спасибо большое за ваш труд. Спасибо, что вы были с нами все это время. Спасибо, что вы верили в меня. Спасибо, что вы вкладывали нас и помогали нам. Я вас очень сильно люблю. Пусть у вас все получается. Желаю вам удачи. Я сильно буду по вам скучать. Дорогая Ирина Евгеньевна, спасибо вам за все. Мы все любим вас и благодарим вас за все. Вы научили нас всему. Мы всегда будем вас любить и помнить. Вы останетесь в наших сердцах. Спасибо вам. 3 года пролетели очень быстро. Но тем не менее, за 3 года была проделана колоссальная работа. Ирина Евгеньевна, за 3 года все ее дети были призерами чемпионатов города, областей, международных турниров. Ее старшая гимнастка 2 раза становилась чемпионкой города Алматы и в этом году попала в сборную Республики Казахстан. Мы благодарим нашего тренера за ее труд, вклад в развитие нашей гимнастики, за ее воспитание наших детей. Мы от всей души ее благодарим и желаем ей крепкого здоровья, успехов, удачи во всех ее начинаниях, где бы она ни была. И хотим сказать, что двери нашей школы всегда для нее открыты.
решеном уже всерьез. Были вы у нас в почете. Расставаться жаль до слез. Мы желаем вам успехов, а проблем совсем не знать. Не возникнут пусть помехи, чтобы нас чаще навещать. Словом, нас не забывайте, мы надеемся и ждем. Своих целей достигайте. И удачи вам во всем, дорогая Ирина Евгеньевна! Также наша тренера хотят поздравить близколетним школы гимнастики Мадина. Да, пожалуйста, да, надувайтесь. На наш белый ковер только так нужно. Это святое. Ирина Евгеньевна, готовьте руки, хватит плакать. Спасибо большое. Еще цветы, конечно же.
наш вечер, имеется в виду спортивный, подходит к концу, но я думаю, что каждому из нас наш турнир запомнился, и его нужно сейчас завершить.